Во! Привет, аккуратно там машина едет. Привет, Арина. Приветики. Привет, как твои дела? Прекрасно. Мне нравится твой шарфик очень. Благодарю. Очень такой яркий акцент на осеннем пейзаже. Ну да, я это шарфик подбирала, а у вас сегодня корпоративная вечеринка в стиле колхоз-пати или... Почему ты меня на «вы» называешь? И почему колхоз-пати? Зачем ты меня обижаешь? А что у меня с... Что, тебе что-то не нравится у меня? Ну, я просто, знаешь, привыкла, думала, что у тебя бизнесмен, это костюм все-таки, там, как-то рубашка. Слушай, костюм, ну... А сегодня у тебя... Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Демократично и представительно. Ведь бизнесмен должен выглядеть представительно, правильно? А что? Да. Конечно. Причем я не готовлюсь, это моя повседневная одежда. То есть ты всегда так выглядишь? Да, у меня всего одна рубашка. Да. Нет, у меня все. Слушай, ты знаешь, я тебе вот пример приведу. Эйнштейна. Слышала про такого? Да, конечно. У дядьки было 5 пар одинаковых комплектов одежды. Вплоть до ботинок. Знаешь почему? Не потому, что он был какой-то сумасшедший, а для того, чтобы не отвлекаться от работы, не забивать себе голову тем, что одеть. Он открывал себе шкаф, брал комплект одежды, одевал, поэтому на всех фотографиях он выглядит плюс-минус одинаково. И я тебе могу сказать, что на счастье в жизни это никак не влияет. Тем более я умею считать деньги, экономить деньги, зарабатывать деньги и вообще любить деньги. Слушай, ну давай не будем уже больше касаться моего внешнего вида, мы лучше с тобой... ты мне вообще очень нравишься, как выглядишь. Да, спасибо большое. Ты вообще очень красивая, симпатичная и как бы, ну, я тебе могу сказать, что ты мечта, а не женщина. Ты ну просто... да, не твоя. Слушай, извини, я после болезни, у меня со слухом что-то. Ну, человек, ты что, глухой, что ли? Да, погода хорошая. Угу. Вот, и что касается наших дальнейших каких-то моментов, мне бы очень хотелось, чтобы ты всегда была счастлива. Была красивой, счастливой, довольной. Я буду счастливой. И знаешь, и чтобы у тебя было все в жизни хорошо. Да, и более того, я тебе могу сказать, что мой бизнес, угу, он напрямую связан с твоим счастьем. Бизнес – жестокая штука. Те, кто в эти игры играет, не пионеры на полянке. Да, правда. Серьезно тебе говорю. Ну, более... даже прям сеть, да, ты мне рассказывал, что ты там управляешь сеть у тебя. Прям все. Да, ты знаешь, да, у меня все очень, значит, масштабно. И мало того, я тебе могу сказать, я не останавливаюсь на достигнутом. Я постоянно развиваюсь. Постоянно. Потому что я хочу быть... уже не золотым, скажем так, членом команды, а бриллиантовым, понимаешь? Ну, ты сейчас, может быть, не понимаешь, но я хочу, чтобы это в моей жизни было. И я хочу, чтобы у тебя тоже, я уже говорил, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, понимаешь? Вот прям честно. И более того, я тебе могу сказать. Вот я смотрю на твой шарф, я специально сказал, что он мне очень нравится, потому что у меня для тебя кое-что есть. Правда? Да. У меня для тебя кое-что есть, как раз почти под цвет... твоего шарфика, который тебе очень идет. Вот очень идет. И ты вообще вся такая лучезарна. Давай я тебе покажу, что у меня для тебя есть. Так, секундочку. Опа. Смотри, какая штука. Смотри. Прям под цвет почти твоего шарфа. Да? Давай сейчас мы посмотрим. Сейчас, так, смотри. Ну, я думаю, мы шарфик не будем, да, трогать. Это что? Не, ну а что такого? Я же тебе говорю. А это вот как раз... то, что сделает тебя абсолютно счастливым человеком. 100%. Уверяю тебя. 100%. Что это за дрянь? Подожди, какая дрянь? Это не дрянь, это... Во-первых, ты посмотри на масштаб, да? Ты посмотри, насколько это круто, представительски выглядит и насколько это объемно, да? То есть там явно что-то лежит прекрасное, ценное, и его там много. Смотри. Что здесь еще есть, да? Помимо того, что это масштабное, объемное такое. Смотри, какие здесь русалочки нарисованы. Смотри, какие здесь единороги. А ты знаешь, что есть такой цвет? Вот слушай меня, есть такой цвет, который называется пузико единорога. Ты слышала про такое? Нет, подожди, ты зря смеешься. Я не ниже пузика, я тебе говорю, цвет есть, а именно пузико единорога. То есть есть такой реально цвет. Если ты загуглишь, реально такой есть
пузика единорога. Это практически в тонах пузика единорога. И посмотри еще, какая здесь замечательная радуга. Не будем больше о внешнем, давай о содержании. Смотри, какая история. Я сейчас открою. Это просто в моем детстве была передача «Сказка за сказкой». Там открывался такой ларец, была такая приятная музыка. И потом начиналась сказка. Я так любил эту передачу. А здесь музыки нет, но посмотри. Вау, какой эффект вау производит эта штука, да? Смотри, подожди, сейчас не вывалилось у меня. Поехал на машине. Смотри, какие, да? Ты смотри просто, что это такое? Это что-то невероятное. Ты что, смотри, сколько. Не, подожди, я тебе рассказываю. Смотри, какие цвета, смотри, какие краски, смотри, как это все ярко. И это только верхний отдел. Смотри дальше. Это только верхний отдел. Сейчас мы закроем, чтобы ничего не вывалилось. Смотри, что здесь есть еще. Оу, сколько здесь цветов! И вот именно эти цвета раскрасят твою жизнь пинг, разными цветами. Тавтология? Ну ничего, зато по существу. Посмотри, это тоже двойная, что ли, не то. Смотри, сколько здесь фломастер. А летом ты можешь на асфальте рисовать вот этими вот мелками. Чуть больше, что я буду рисовать на асфальте? Провальный день? Провальное свидание? Не, ну подожди. Что это такое? Ну подожди, во-первых, оно не провальное. Где бы ты еще такую штуку встретила? Вот скажи мне, где? Вот где бы ты нашла вот это? Где я тебя такой? Я даже не могу... Что? Я говорю, со слухом не очень, ты можешь погромче быть. Я говорю, да нигде, конечно, бы не нашла вообще. Я тебе про то и говорю, это просто офигенно какая вещь. Это в магазинах даже купить невозможно. А у тебя это, понимаешь? Да. Появится. И еще, я тебе еще раз говорю, ты когда возьмешь его в руку, у тебя он будет играть с этим шарфом. Более того, хорошо, если ты сама даже... не хочешь рисовать, хотя зря, скоро локдаун объявят, ты будешь сидеть дома, выходить нельзя, ты будешь сидеть рисовать, и, возможно, ты поймешь, что это твое. Я не рисую, что за бред? Хорошо, скоро Новый год. Новый год скоро, надо дарить людям подарки, и ты, соответственно, сможешь подарить это кому-нибудь и осчастливить его. Держи. Круто? Угу, очень. Ну, возьмешь? Ну и отлично, что тебе понравилось. Ну, прекрасно. Итак, 4500. Чем мы торгуем? Мечтами. Что 4500? 4500 стоит этот замечательный набор. Вот, и поэтому я могу... Можешь на карточку перевести, если наличных нет? Я тоже возьму на карточку. Но он ты знаешь, я столько... за это заплатить 4500? Что за это? Я столько рассказывал про его плюсы. Ты нигде не купишь за такие деньги такой набор. Понимаешь? Это даром. Это скидка. И это презентация сегодня, первый день. Понимаешь? Поэтому это просто... Подожди. Это просто... Тебе просто повезло. Ты не представляешь, как тебе повезло. Ты просто представь, абстрагируйся. Ну как тебе повезло, ты понимаешь? Надо такого встретить, конечно. То что? Очень повезло. Ну подожди, у меня бизнес, я тебе говорил, сеть, правильно? Ну да. Сеть. У меня сетевой маркетинг, которым я занимаюсь уже 5 лет. Сетевой маркетинг, да. У меня есть, соответственно, сетка, да, которая подо мной. Я не на самом пока верху, но я к этому очень сильно стремлюсь. У меня есть, соответственно, там, я, ну, условно говоря, ты как человек, который к этому, наверное, отношения никакого не имеешь, это, соответственно, люди, которые у меня там капитаны, дальше лейтенанты, и вот они все множество, они все работают. Ну, ты понимаешь, какая история? Я пошел дальше. Я понял, что мое призвание – это не ходить по улицам и по квартирам, куда еще зачастую можно не попасть. А, ты понимаешь, я выработал определенную стратегию, по которой... Ты написываешь людям в соцсетях. Ну, подожди, я же делаю людей счастливыми, правильно? Пока их клиент не купит или не сдохнет нахрен! Ну, подожди, ты хотела познакомиться с бизнесменом, правильно? Да, с красивым, порядочным бизнесменом, Я красивый, порядочный, я тебе рассказываю про свой бизнес. У тебя нет своего бизнеса. Просто это как просто невероятный бонус для тебя. Невероятный бонус за 4500 всего, понимаешь? Всего за 4500. Ты покупаешь, представляешь, мы сейчас пойдем с тобой гулять куда-нибудь на набережную, и у тебя в руке будет такой набор. Угу. Мы с тобой погуляем, выпьем кофе, у тебя столько эмоций будет, а вдруг у нас что-то получится? Да. Каракули рисовать только у нас с тобой получится. Почему?
Ну подожди, смотри, вот я еще раз тебе говорю, это просто такой один из вариантов идти дальше в ногу со временем. Просто я на самом деле, ну вот, ну так получилось, я пока одинок. Мне пока не найти женщину. Ты не найдешь никогда. Ну, если так будешь искать. Ну ты понимаешь, вот тебе я честно скажу, как на духу. Вот не хочу ничего. У меня сегодня 5 свиданий. Понимаешь? Вот твое первое, и да? И вот знаешь, не, подожди. Что я тебе скажу? Что? Со своим чемоданом. Чего? На еще 4 и катись. Разводи других лохушек вот с этим вот ширпотребом. У меня есть еще 4 чемодана. Этот-то тебе предназначался. Жаль, что нынче порядочные бизнесмены, которые зарабатывают своим трудом, собственным, креативным мышлением, не востребованы опять. Все хотят бизнесменов, которые лежат на Мальдивском берегу, щекочут яйца скатом, а деньги текут сквозь трубу, размером с трубу в аквапарке, прямо туда, на Мальдивы. И люди лежат, ну, в смысле, бизнесмен лежит, сморкается в них и думает, где бы мне найти женщину, которая бы хотела сморкаться в эти купюры вместе со мной. Ведь это такая проблема. Это так сложно, потому что женщины, понимаете, они не клюют на бабки. Они не клюют на бабки. Им нужно высокодуховно-материальные какие-то существа и так далее, понимаете? Тяжело же найти. Поэтому этот несчастный бизнесмен лежит один на Мальдивском берегу, сморкается в эти бабки, а бабки все приходят. Их все больше и больше, но он одинок, к сожалению. Конечно же, это все хренология, да, которая, наверное, сидит в умах вот таких женщин. Но мы будем пробивать как-то эти стены. Потому что одно свидание, пускай, не удалось мне продать этот чудо-набор. Я подчеркиваю, чудо-набор. И, может быть, на втором свидании у меня получится. Чем черт не шутит? Ведь я могу вызывать не только обиду, злость, но и жалость. Пишите, кому нужен супер-чемодан? Потому что мне нужно через неделю стать бриллиантовым коми-вояжером и с трибуны, со сцены рассказывать всем про успешный, мать его, успех. Пишите.